Редкий случай, когда проход в торговый центр без QR-кода не только возможен, но и приветствуется. Через отдельную дверь в Тольяттинский торговый центр организован вход для первичной и повторной вакцинации. В наличии препараты как от коронавируса, так и от гриппа. Очень удобно, помещение достаточно большое. В принципе, все имеется. В настоящий момент очень важно вакцинироваться. Через 6 месяцев обязательно пройти повторную вакцинацию для того, чтобы создавалась иммунная прослойка у населения. Без очереди между шопингом. Житель Тольятти Юрий Щура заглянул в торговый центр за покупками, а увидев вывеску прививочного пункта, решил сделать и прививку. Уже пора. Как оценил мужчина, такой формат очень удобен. Без очереди, здесь мало людей. И я как раз делал покупки, пришел сделать прививку от гриппа. Прививался от ковида 8 месяцев тому назад. Делал сейчас уже скоро третья прививка. Все мое окружение тоже привито от ковида. Полтора года тому назад я переболел ковидом. Достаточно страшно. Так что всем советую заботиться о своем здоровье. Без выходных и праздников. Пройти вакцинацию в развернутых пунктах при торговых центрах могут все желающие. Только в этом кабинете бригада медиков в день успевает привить до 70 человек. За 8 месяцев работы здесь получили вакцину почти 12 тысяч тольяттинцев. Я сделал прививку «Спутник Лайт». Почему решил привиться? Потому что я сам медработник. Я работаю вахтовым методом. Одним из условий заезда на вахту является наличие сертификата о прививке. Ну и плюс мое здоровье мне дорого. Вакцинация населения сегодня остается главной задачей в деле предотвращения роста заболеваемости. В регионе работают 200 прививочных пунктов. При торговых центрах 2 в Тольятти и 3 в Самаре. Это Гудок, Аврора и Космопорт. Гульфия Сафина. События.